Более 100 тысяч человек приедут со всех уголков России и нашей республики на фестиваль добра. Он пройдет в эти выходные в поселке Караидель. Подробности рассказывает организатор фестиваля Альбина Мухудинова. Фестиваль добра мы организовали для того, чтобы каждый человек мог через творчество вернуться к себе, к своей осознанности. Формат фестиваля – это палаточный городок, куда мы пригласили мастеров разных практик. То есть будет там йога, ошитерапия, танцевальная терапия, семинар по харизме голоса. И самый главный наш гость – это певица Пируква, в прошлом известная джазовая певица, а нынче певица, которая поет исцеляющим голосом. Она будет давать свой мастер-класс по вокальной тантре. Поэтому, дорогие друзья, все те, кто хочет вернуться в свою осознанность, кто хочет рисовать, петь через танец и пение, раскрывать себя, мы приглашаем вас в Караидель. Билеты еще можно приобрести. И все подробности в наших группах ВКонтакте, на Фейсбуке. ВКонтакте vk.com. Фест добра. Добро пожаловать, мы ждем вас.